Последний звонок и первый фундамент в селе Кокпекты Бухаржирауского района. Прозвенел последний школьный звонок, и началось массовое строительство жилья тем, чьи дома смыло при наводнении весной этого года. Тему продолжит Аймторы Абдина. В этом году среднюю школу села Кокпекты заканчивают 14 выпускников. Среди них Айгуль Акимова, претендующая на золотую медаль «Алтын Бельга», и Адиля Таирова, заявленная на получение аттестата с отличием. Учащихся и педагогический коллектив школы поздравил аким области Бауржан Абдишев, подарив учреждению оборудование для кабинета химии. Перед вами большая дорога, самостоятельная жизнь. Сегодня вы прощаетесь со школой, выступаете на порог самостоятельной большой жизни. Перед вами выбор большой профессии, перед вами выбор того вуза, которым вы хотите поступать, той профессии, которую вы по жизни хотите выбрать. Следующим местом посещения главы региона стал строительный объект. Здесь он лично залил фундамент одного из будущих домов. В этом году в Кокпекты появятся 50 новых домов. Все они будут застраиваться на месте прежнего жилья, разрушенные большой водой. По словам акима области Бауржана Абдишева, все те, кто потерял кров во время наводнения, получили на руки договоры. Нет соглашения с собственниками 7 домов. У них в свое время не были оформлены права собственности на жилье. Этим сейчас занимается районная юстиция и акимат. 7, у которых документы не готовы. Документы в втором плане готовы. Мы когда сказали, право уступки государству сделайте, они должны нам показать зарегистрированный объект на этого человека, недвижимость, центры недвижимости и так далее. Этих документов нет. У кого-то оформлено там на какого-то родственника, который здесь не проживает. Ну, как всегда, бывает же у нас, когда-то у кого-то купили, а переоформить забыли. Глава региона опроверг слухи о том, что новые дома будут сдаваться людям как ведомственное жилье. По словам Бауржана Абдишева, государство возместит потерянную недвижимость с возвратом частную собственность. Заново отстроенное жилье перейдет в частную собственность людей. О том, что все новое жилье будет передаваться людям как ведомственное, это просто слухи. По данным строительных подрядчиков, жилые объекты будут сданы в эксплуатацию уже в конце августа или в начале сентября текущего года. Аймтора Абдина, Дмитрий Оборок, Бауржан Ирмагомбетов, 5-й канал.